Привет, друзья, прогрессивный, ты истинный следователь. Смотрите, как китайцы продают хлам. Это три салфеточки такие для кухни продавались где-то им около полугода. Стоили они, по-моему, около 50 рублей, недорого. Одну штуку, по-моему, я поиспользовал. А это потеряла пластичность. Видите, она такая вот стала совсем хрупкая, как стекло. Ничего, я ее не грел, просто она лежала на кухне, где температура 20-25 градусов. И прошло примерно около полугода. Вот, видите. Видите, что с ней происходит. Вот так вот они делают специально, чтобы ты постоянно, казалось бы, тратив немного денег, там 50-100 рублей, но без конца будешь бегать, покупать у них хлам в этих магазинах, фикс прайс 36,6, и способствует этому бандитская власть России, потому что она знает прекрасно, что это ядовитые товары, хламовые, но ей похер. Потому что народ для них рабы, ну и многие ведут себя как рабы. Но меня смотрят боги. Пока, боги.